Зовут меня Сесоров Евгений Алексеевич, управляющий Лопатинского отделения. Свёклы хорошие у нас урожай, обижаться нечего, все равно выращиваем. Я думаю, средняя урожайность 350 центнеров у нас получится. Для нас в Нижегородской области, я считаю, по этому году хорошая урожайность. В прошлом году, конечно, у нас побольше было, но этот год по весне залили дожди. Мы даже не могли досеять. У нас запланировано было вот в моем отделении посеять 2000 гектар, посеяли 1700. Это немецкий. Ну, а. Ага. Вот, гляди, я теперь обратно в корпус ставить, да? Механически, как говорится. Инженер Сергальского сахарного завода Лобанов Александр Юрьевич. А цены на сахар будут расти или нет? Или в этом году сахара много? Я думаю, что будет, потому что на Кубани сахара практически нет. Кубанские заводы уже встают. Потому что от того, что была там засуха, там свеклы очень мало. Это коммерческая тайна для меня. Можно сказать, что... Ну вот вы же говорили, что с начала лета начинается... Согин Игорь Александрович, генеральный директор агрофирмы «Весна». Тонна свеклы, ну, там в среднем получается 150 килограмм сахара. Вот, это выход такой, ну, все зависит от сорта, все зависит от погодных условий, солнца, там, удобрений, ну, в общем, вот такая, и качество оборудования.